Скажем, то есть это очень чувствительная гитара, она не очень громкая, но она, кстати, еще электрифицирована. И когда я включаю ее как студийный инструмент, она дает потрясающий спектр, то есть абсолютно полноценный спектр музыкальный. То, что не дает ни одна гитара и ни одна скрипка, потому что скрипка не может быть гитарой, она... А гитара, естественно, не делается как скрипка. И... А вот второй инструмент, который мы тоже сейчас показываем нашим телезрителям, он еще более необычен, и он вобрал в себя еще большее количество музыкальных инструментов. Что это такое? Да, когда я, в общем-то, композитор, и пишу музыку для фильмов, и написал музыку для нескольких фильмов. Один из них фильм Константина Лопушанского, который, кстати, на Нью-Хэмпширском фестивале получил приз. Фильм называется «Turn of the Century», то есть «Конец века», вот, где, значит, я написал музыку и использовал этот инструмент новый. Он называется «Савитар». Это как бы слияние в имени его, это тоже имя, которое я придумал, слияние трех инструментов. Сарод, индийский инструмент, виола и тар-гитара, то есть савитар. И это инструмент, который как бы возник у меня еще до того, как я услышал группу Led Zeppelin и узнал, что Джимми Пейдж будет играть смычком на гитаре. Но я продумал, что такой инструмент не должен иметь ладов, и звук извлекается смычком. То есть этим самым достигается максимальная вокализация звуков, которыми я могу как бы исполнять что-то, исполняя мелодию. И в гармонии я могу имитировать, скажем, скрипичный квартет очень лихо на одном инструменте, что как бы выглядит очень, скажем, для тех, кто видели «Савитар» в Нью-Йорке, где бы я ни исполнял, были просто шокированы. А где мы его в ближайшее время и тот, и другой инструмент можем не только увидеть, но и услышать? Я уже давал концерты во многих клубах Нью-Йорка, и сейчас как бы планируется концерт 18 июля, в воскресенье, в клубе Даунхаус. Это как бы Макдональдс Авеню, не Макдональдс, это угол Макдональдс и Авеню X 250. В Бруклине. Да, в Бруклине. В свое время провозглашена была такая фраза, была брошена, что рок-н-ролл мертв. Ну и далее пошло. Каждый хоронил свой жанр. Вы тоже, в общем, с печалью в голосе говорите о том, что блюз не тот, и блюза не столько, сколько хотелось бы. Но он жив или мертв? Вы, так сказать, оптимист. Блюз не может быть мертв, потому что он жив, даже если мало кто подтверждает это на самом деле. Но это не суть. Дело в том, что поколение за поколением сменяется, и наши дети, которые рождаются, в частности, вот моя дочка родилась, ей 2,5 года. По ней я вижу, она у меня засыпала под блюз, и сейчас блюз для нее лучшая музыка, хотя ей 2,5 года. Она конкретно выбирает эту музыку среди массы музык, которые... Но она конкретно не принимает музыку, которая несет негативные вибрации. То есть это говорит о том, что блюз, безусловно, жив, и он будет иметь массу последователей. Пусть он живет и будет здоров. Вам тоже больших успехов. Приходите к нам еще раз, потому что нельзя вогнать в 20-минутное наше интервью все то, о чем хочется вас спросить. Успехов вам на американской земле, да. Успехов вам как композитору, как педагогу, как теоретику и, естественно, как исполнителю блюза. Спасибо вам большое. Я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас сегодня был блюзмен, композитор и теоретик блюза Валерий Белинов. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на канале НТВ Америка. До свидания.